Всем привет, дорогие зрители, с вами ваш Мангуст, и это новая РПшечка по Euro Truck Simulator 2. И сегодня мы с вами будем выступать в роли Бомбилы, но вот этой вот замечательной шестерочки. Блин, это реально, вот Шахар, кстати, моя самая первая машина в жизни. И я ее, вот, знаете, до сих пор не могу забыть, мне на самом деле очень она нравилась, она очень прикольная. Поэтому сегодня мы будем бомбить именно на ней, вот этот замечательный модик. Сейчас мы с вами оттюнингуем ее, сделаем прям вообще такую красотулечку, посмотрим, что здесь за тюнинг есть, и отправимся с вами таксовать, зарабатывать бабочки. Ну а ты, мой дорогой зритель, ставь лайк прямо сейчас и пиши парочку интересных комментариев, и ты обязательно попадешь в следующий ролик, как вот эти ребята. Спасибо всем за комментики, ребят. Ну чё, поехали тюнинговать нашу шаху. Так, по базе, по кузову у нас все одинарное. Так, шасси. Шасси стоковое, да? Ух ты, а это что за фигня такая? Это, знаете, это как это... Pump My Ride, типа, или... А, не-не-не, Pump My Ride, это прокачайте мою тачку. Это вот как... вот эти афроамериканцы-то, да? Вот они вот эту едут, у них такая вот тачка вот такая... Open, yeah? Open, yeah. Ну, вот всякая такая прыгает, мне кажется, вот это и есть вот эта вот штуковина. Так, и, конечно же, заниженная. Не, ну, был бы я сейчас просто погонять, подрифтить, я, наверное, бы взял такую заниженную на разварочках, да, ребят, все по классике. Вот, но я же буду таксовать, поэтому мало не попадется какая-нибудь бабушка там с мешком картошки, да, и все, и... моя заниженная шаха просто никуда не нужна будет. Поэтому возьмем обычную. Так, двигло. Двигло от копейки, от тройки, от шестерки. Ну, конечно, шестерочная самая мощная поставим. Так, коробка. Блин, только шестиступенчатая. Ну ладно. Вообще на шестерках 5 и 4. Вот у меня 4 была самая надежная, но расход побольше. 5 считалось, как бы расход поменьше, но надежность послабже. Так, что по кузову? Точнее, по салону. По салону у нас просто руль меняется, да? Ну, давайте вот это современное оставим. По раскраске уже нормальный цвет, идеальный. А, так, по внешнему тюнингу давайте, пацаны, смотреть. Так, решетки радиатора. Хромированная. Такая пластиковая. Вот это прикольная, смотрите. Хотя она прикольная, но как-то слишком все перекрывает. Вот эту и оставим. Здесь что? Мохобоечка. Слушайте, ну давайте мохобойку поставим. Далее. О, нифига. Слушайте, это как получается, бампера меняются? Ладно, давайте снизу пойдем. Меняются бампера и нижняя губа, да? Вот это стандартный шаховский такой этот бампер. Нифига себе, спорт-версия какая-то. Ну, смотрится не особо. Мне кажется, в GTA 5 такой есть тюнинг. Кто в GTA-шку 5, ребят, играл, обязательно напишите прямо сейчас. Есть ли такой тюнинг? Мне кажется, что-то такое, или с копейкой там. Вот это бампер от пятерки или от семерки. Так, это вообще стоковое. Вот это, кстати, классно смотрится. Вот это прям классно смотрится. Сейчас я посмотрю, это мне не нравится. Мне вот этот понравился вариант, да, сплиттер. И вот этот сток сплиттер. Мне вот этот... Кстати, давайте вот такой оставим, наверное, стандартный, да, шаховский бампер. Так, по зеркалам давайте вот такой вот, наверное. Хотя нет, вот так вот прикольнее смотрится. Так, решетчики оставим. Сзади фаркоп нам нафиг не нужен. Антистатик. Вот, давайте антистатик залепим. Не. Ну вот, антистатик залепим. Короче, long vehicle нам нафиг не надо. Поэтому оставим антистатик. Фары, да, здесь у нас. От двойки, от семерки. Накладки какие-то. Не, стандартные, шаховские. А вроде как все по тюнингу. Ну и... А, вот еще что-то сверху. А, ну вот как раз здесь шашечки. А, нифига себе, ребят, картофан, ну вы поняли уже, короче, скорее всего, догадались новую РПшку. Кстати, ребят, если у вас есть классная идея по Евротраку, РПшечке, обязательно прямо сейчас напиши в комментариях, потому что по Евротраку мне очень важны ваши идеи, пишите машину, какую взять и куда там, допустим, поехать. Вы же тоже в Евротрак катаете, знаете же какие-то классные места, поэтому обязательно пишите мне идейки, я буду очень рад. А если вы увидели классную идею в комментариях, обязательно ее пролайкайте, чтобы я ее увидел. Всем спасибо, кстати, кто комментики пишет, ребят, очень поддерживайте. И лайки, кто ставит, ребят, очень поддерживайте. Спасибо огромное, прям вообще респектую. Топим за мангуста, пацаны. Так, ну чё, давайте, ну, естественно, токсичную тему поставим. Я считаю, что все нормик, ребят. Все, тачка готова.
Давайте оплачиваем все это нововведение, и сейчас будем начинать работать. Угу, тачка готова, ребят, убираем вот эту ненужную херню. Кстати, мне же навигация нужна будет. Так, ну что, пробуем заводить, давайте послушаем звук, как машина заводится. Это что, все что ли? Такое чувство, что поэтому по ведру постучали. Ну, блин, это и есть ведро с болтами. Подожди, 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 ребзя, ребзя, ребзя. Мы ж колес не посмотрели. Самое главное это. Давайте колеса посмотрим, какие. Во, вот эти четкие. Разварочки, разварочки, огонь вообще. Вот эти классные, знаете, прям, если дед куда-нибудь с картошкой, вот это прям классно будет с такими колесами. Это стандартные советские с колпаком. Мне, кстати, очень нравятся вот такие вот. Это стандарт, штампы, стоковские прикольные. Слушайте, но вот, вот эти мне тоже нравятся, цвет, если бы можно было выбрать. Я не знаю, как насчет цвета, можно, нет, ну прикольно смотрится. Все, да? А это что такое? Вот это от газели, пацаны. Вот это от газели, слушайте. Слушайте, оно даже влазит. Реально, можно, ну-ка, назад можно поставить? Офигеть, ребят, смотрите, оно практически влазит, можно взять такое. Вот это да. Не, ну я, ладно, сейчас пока не буду это извращением заниматься, но может быть обязательно сделаю. Давайте, кстати, если этот видосик набирает 1000 лайков, я прокачусь на шахе с огромными колесами. Будем, сделаем что-нибудь такое прикольное. Я вот эти колеса, наверное, возьму, давайте их оплатим. Сейчас поедем. Сейчас найдем себе работу. Давайте еще раз заведем, мне понравился этот звук. Просто жать. Смотрите, тут девушка стоит. Давайте ее подцепим сейчас. Ну, мы же типа так по свету, что у нас. А дальние это вот эти. Да, все правильно, кстати, все правильно сделано. Слушайте, тут какой-то человек. Афроамериканец у нас тут в Подмосковье затесался. И походу девушка с ним что-то. Ну, не особо видно, хочет общаться. Давайте ее. Красавицу эту подвезем. Девушка, чё вы с ним общаетесь? Прыгайте ко мне, давайте. Давай, залазь, залазь, залазь. Он такой, ты чё, иди отсюда, езжай. И чё ты, блин? Вот, я такой, да ладно, 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 чё ты, успокойся. Девушка, ну если вам нужно, прыгайте. Она такая, ну мне, в принципе, супермаркет надо. Такой, да без проблем, тут, кстати, недалеко супермаркет. Прыгайте. Кстати, жопа ничёшная такая. Так, ну чё, поехали. Все, мы ее забрали, увезли от этого афроамериканца. Все, по газам просто нахер. Валим просто. Фу. Кстати, что у нас со стеклом? Что это за дичь такая? Так, поворачиваем направо, я так понял, по знакам, да? Только направо можем. А здесь у нас и сплошная. Так, пока там машина не проехала, повернули направо. Супермаркет на той стороне, то есть нам нужно будет назад вернуться. Кстати, я только сейчас заметил, смотрите, поворотник неправильно сделан. На шахе поворотник нет, ну, не показывает, в какую сторону, он всегда горит одинаково, то есть, поэтому немножко неправильно здесь сделано. Ну что, о, кстати, парень, как я, в бейсболке, кстати, сидит, только у него белая, у меня такая синяя-красная. Ну что, нам нужно сейчас будет развернуться, давайте искать место для разворота, так сказать, пока вижу две сплошные. А вот там вот спереди что-то сейчас может быть, давайте посмотрим. Да, но... Тут разметку, может, просто неправильно нарисовали, но все равно... О, депс едут. Но все равно, я думаю, здесь можно развернуться, ничего страшного в этом не будет. Все-таки разметка-то прервалась, значит, я могу проехать. Все нормально. Так, топим, ребят, до отказа. Сейчас попробуем раскочегарить шаху. Пятая передача, максимум сколько на пятой пойдет? Сотня? Сотню? Соточка, ребят, на пятой, шестую врубаю. Надеюсь, на шестой прям попрет. Все равно тяги нет, ни хрена. Тяги нет, пацаны. 114. Ну, кстати, 114 это нормальная скорость. Я вспоминаю себя, когда я ездил на шахе. Я вам честно скажу, я 110 разгонялся, это было страшно. Это реально было очень страшно. Она вся вибрирует, вся трясется. А любой КамАЗ, который тебе навстречу попадается, и тебя нахер с трассы. Вот реально, тебя сдувает, если руль не держать, тебя просто нахер сдует с дороги. Поэтому, на самом деле, на шахе
разгоняться очень опасно. Ну что, постоим пока на светофоре, посмотрим вот рекламу, поехали поездом. Да идите вон нафиг, у нас тут игра про дальнобоев, какие поездом поехали они там. Российские железные дороги. Ждем зеленого сигнала светофора, давчик ЦФ-ка едет у нас. Херась, у него бак хромированный. Опа, 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 опа. Опа, 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 па. Отдыхаем хорошо. Toyota Prius. Кстати, я вот мечтаю сейчас о Toyota Prius. Не знаю, как машина. Сам никогда не ездил. Так, я так понимаю, что он у нас не помещается, поэтому мы сейчас чуть-чуть ему уступим. Сам никогда не ездил на Приусе, но что-то мне с нынешними ценами на топливо, знаете, Prius стал больше и больше все симпатизировать. Газелька у нас тут. Вот он, супермаркет, пацаны. Сейчас подвезем, может быть, там, если нам повезет, может быть, найдем какого-нибудь еще пассажира, ну, чтобы время не терять. О, отлично, слушайте, подфартило, еще кто-то есть. Сейчас девушку высадим. Мужика вот этого сейчас подцепим. Слушайте, он, мне кажется, реально, я тут знаю одно клевое место. Там есть телочки нормальные на трассе стоят. Сейчас мы его подцепим. Я думаю, он прям ждет этого. Так, девушка вышла в супермаркет. Слушай, мужик, ну чё, поедешь? Я чувствую, он прям хочет, смотрите, он прям вот... Движения такие незамысловатые. И засматривается тут куда-то все в машину. Все, давай, прыгай, короче, я знаю твои, я прочитал твои мысли. Я думаю, тебе понравится наша поездка. Давай, прыгай. Всего лишь за сотню отвезу. Ну, там еще заплатишь кое-кому. Так что давай, поехали, забираем его, ребят. Сейчас поймете, куда я его везу, кто еще не понял. Там прям такие девочки стоят. Прям вообще красота. Так. Включаем поворотничек. Ага, нихера себе тут пробка образовалась. Нам как-то нужно быстренько проехать. Я сейчас... Вот ты не прав, кстати. Я впервые тебя был. Чувак на непонятной мне машине. И, ну, типа, я понял, что это Митсубиси. А что за Митсубиси, я не понял. Так, тормозим. Очень какой-то плотный трафик. Ребят, я не знаю, смотрите, сколько тут машин. Я ж так долго стоять-то буду. Слушайте, ну мы же в Подмосковье. Мы же типа москвичи. Тихо. Да не задел, чё ты там? Не задел я тебя, бля. Слушайте, ну мы же типа москвичи, поэтому давайте по обочине. Большегруз, 40 груз, конечно, не оценят нашего движения, так сказать. Но по-другому здесь не заработать бабок. Нужно стремиться как-то проезжать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И херакс, мы такие первые. И еще, слушайте, еще вот этого чувака подрезали. Это полиция не наша, поэтому можно их не бояться. Все нормально, проезжаем. Едем, ребят, в сторону замечательнейшего места. Там есть... Хотя он, походу, перехотел, что ли. Ты что, перехотел уже? Говорит, высади меня на остановке. Да ты обалдел, что ли? Какой остановке? Я тебе такое место хотел показать. Ладно, сейчас высадим его на остановке. Говорит, назад поеду. Типа это, я с тобой не поеду, ты слишком агрессивно водишь. Я такой, да иди ты нафиг. Естественно, агрессивно вожу. Давай мы тебе сейчас вот... Вон, на тебе. Автобус как раз стоит. Или он сломался? Слушайте, это сломался автобус. Кстати, 63-й регион. Что у нас за 63-й регион? И, кстати, какая у нас тачка? Ребят, 43-й, я хрен его не знаю. Что за регион 43-й? Это не Волгоград? Не помню. Может быть, Волгоград. Но, скорее всего, я ошибаюсь. Ребят, напишите 43-й регион. И 63-й можете тоже написать. Но мне важнее 43-й. Так, все, выметайся из моей машины. Смотрите, так, аварийку сейчас включим. Встанем здесь. Ребят, я так понял, что здесь автобус сломался. Смотрите, но тут стоит человек. Может, сейчас его подхватим. Тоже его заманим девчонками. Так, подойдем к нему. Что у нас здесь? Мегафон. Интернет в нужный момент за 90... за 99 рублей. Классный тариф, подключаемся. Так, здорово, мужик, слушай, автобус сломался, я так понимаю. Ну да, смотрите, автобус, ребят, сломался. Поэтому поехали с нами, я знаю отличное место, где можно расслабиться, так сказать. Чебоксарский трикотаж. Ну чё, поедешь?
Замечательное место, найдешь себе свою любовь, как говорится. Че, поедешь? А то что здесь тухнуть на остановке? Автобусы, я тебе отвечаю, там еще долго не будет. Так что поехали. Все, ребят, еще одного уговорили. Просто вот, я говорю, одно место знаю, прям классно. Ему точно понравится. Давайте садимся в тачку. Ну что, поехали. Так, включаем левый поворотничек. Аварийчики отрубаем. Проедем здесь? Нет, походу не проедем, ребят. Слушайте, смотрите, меня даже это пропускают. Когда я поворотник включил, меня, в принципе, вот эта фура стояла и пропускала, вы представляете? Вот этот уже хрен не пропускает, но все равно. Так, там вот еще один был. Реально, вот этот остановился и начал пропускать. Это, знаете, это как вот, есть же такое маршрутное такси там, да? Это газельки вот эти всякие там. Че еще, газельки, мерседесы, спринтеры. Они же тоже с желтыми номерами, которые считаются как маршрутное такси. Они могут останавливаться, ну, перевозить пассажиров, и они как бы вот их пропускают. Там автобусы, маршрутные такси. А я же, получается, как таксист обычный, меня, по идее, не должны пропускать. Что-то здесь продают. Рыбу, что ли? Рыбу, грибы, походу, какие-то там, еще что-то. Ну, нам не про это, ребят, поехали дальше. Что тут по знакам у нас? Чуть со знаками. Понял только, что налево ГИБДД. Подвесочка вообще нормально отрабатывает на шахе. Смотрите, как мягко мы с вами прошли. Очень хорошо. Так, едем дальше. Даю газ. Ух ты, блин. Ну, сами видите, как это работал. На полном ходу въехал в лежачий, считай, да? Проехали мы пешеходный переход. А там лежачие полицейские. Вот они опять, смотрите. Смотрите, как мягко проходим. Ну, так чуть-чуть подкидывает, естественно, вверх. Мне кажется, если сзади сидишь, то вообще потолком просто крышу пробьешь. Потолком крышу пробьешь. Что я несу, блин? Башкой крышу пробьешь, вот. Кстати, кто бился головой об крышу в русской машине, ставь лайк обязательно. Это реально, сколько я в УАЗике, УАЗик помню, в деревне мы там ездили. Благо у него был сзади тентованный вот этот кузов, знаете, такой козлик тентованный. И вот сколько раз я там башкой бился, это вообще не сосчитать. Там такие дороги в Сибири были. Обалдеть, там едешь, как вот, знаете, вот там клипы, когда там чуваки сзади сидят такие, у них с пивасом все нафиг разлетелось вот так. Вот примерно реально в УАЗике так и ездишь, когда мы за грибами там ездили, еще куда-то. Так, ну что, ребятки, вот оно наше местечко. Главное, чтобы вот этот дальнобой сейчас не отнял наших вот этих прекрасных дам. А он может это сделать, ты смотри. Походу он уже договаривается, ну-ка иди отсюда. Смотрите, смотрите, реально договаривается, блин, стоит тут. Вот они, девчонки. Так, давайте, аварийку сейчас включим здесь. Вот там депсы стоят. Смотрите, там машина какая-то сгоревшая. Реально. Так, ну что, сейчас этого мужика выкинем, да? Пусть он здесь с ними договаривается. Ну, смотрите, ничешные такие, да, стоят? Прикольные такие, рыженькие, ничешные такие. Так, вот. Главное, чтобы Наташа не слышала. Так, все. Высадили мы мужичка. Поехали. Поехали дальше, поворотничек включаем. Так, тут деп стоит, так. Хера себе, нарушил, едь за ним. Реально, он меня не пропустил. А, ему похер, походу бабки проплатили. Так, ну чё мы встали на круговом движении-то, пацаны? Ё-моё, вы чё тут? У нас главное, вы стоите. Что-то здесь случилось. Может, это... Может, я виновник? Слушай, там дальнобойщик договаривается, походу. Я вам отвечаю, смотрите. Я прям вот специально сюда кругаля сделал. Смотри, он специально остановился, чтобы договориться с девчонками. Он их уже забрал, походу. Да, все. Все, ребят, забрали девчонок. Мне кажется, тот хрен не успел. Опа, КамАЗит сломался. Здорово, мужик. Чё, сломался КамАЗ у тебя, да? Слушай, давай я тебя подброшу, тут недалеко есть место, там, типа, парковочное. Может, там кто-нибудь тебя остановит, потому что на трассе тебя навряд ли кто остановит. Так что давай, прыгай, поехали. Долго я тебя не буду, а то вон сзади уже депсы стоят. Всё, давай, всё, поехали. Всё, ребят, топим до отказа, я знаю, здесь местечко есть, паркинг такой хороший. Мы сейчас этого КамАЗиста туда и доставим. Уже пятую врубил. Ух, полетели, шестая пошла. 115, невиданная скорость для нашей шестерки. Реально, 115 раскочегарили. 116 будет с горочки? 116. Просто, сейчас взлетим, на взлет идем.
Управляется, кстати, как ни странно, классно. Шестерка вообще хорошо управляется, мне нравится. Единственное, что разворот у нее дичайший, просто радиус разворота очень большой. Слушайте, ребят, знаете, что можно? А, можно еще поставить зиму. Я знаю, с физикой, зиму с физикой. И можно попробовать на этой шахе подрифтить. Мне кажется, получится вообще классно. Так, давайте его вот сюда подвезем. Мне кажется, здесь подъедут просто дальнобои, так будет ему лучше. Вот, он здесь как бы, ну, встретит кого-нибудь. Так что давайте мы сюда встанем. Ну и сами припаркуемся, парктроник. Точнее, этот ручничок поставили. Ну что, ребят, вот такое вот сегодня получилось РП. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши варианты обязательно в комментариях, ваши варианты РП. А если вам какой-то вариант понравился, то не поленись, обязательно его пролайкай, чтобы он поднялся в топ, и я его увидел. Ну и я понял, что вам эта идея понравилась. Пишите прям, на какой тачке там сделать РПшечку. Может быть, какие-то места вы на картах заметили. Мне это очень поможет, и я буду очень вам благодарен. Не забывайте, конечно же, ставить лайки под это видео, писать ваши интересные, прикольные комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, с вами был ваш Мангуст.